теперь последнее выступление, ну, так, на сегодняшний день. С этого выпуска тоже вокальная команда. Вот, так что мы готовы. Раз, два, три. И скажется Сюханя, судя по заставке. Это снег, айсберг. Эффекты, конечно, на этом шоу делают шикарные. Mm-hmm. Умеют они снимать. Мне очень нравится. Вау, как красиво. Вау, облака, дождь. Шикарно, шикарно. Так. Подожди, это Фанжо? Похож на него, слушай. Цинджи. Это он, это же реально. Капец, может быть, не было этот, типа... Что мой рэпер делает в вокальной команде? Он на каком месте? Может, ему просто не хватило рэп? Место в рэпе ушел. Я обуан... Ой, я обуан. Боюань тоже здесь. Я не ожидала, что Фанжо здесь будет. Голос красивый. О, Боюань классно. Такая прическа. Сюханя тоже здесь, твой дед тоже здесь. Вообще не знала. Они оба рядом. Ну, как мы сейчас. Мальчик, который выбирал в Тарзан, вторая команда. А, да? Его подстригли, что ли? Да, чуть подстригли. У него же какие-то кудряшки есть. Да. Кудряшки такие. Угу. Ты не помнишь имена, но помнишь, где кто был. Да, я помню. Не сложно мне это поет, о май гад. Готовы разбегаться. Это было неожиданно. Это было очень круто, крутое выступление. Честно, я не думала, что... Мы были в шоке, конечно, что мы увидим наших весов тут, в этой... Я думала, что Фанжо останется на следующей неделе, потому что он же рэпер. Я, честно, я не ожидала, что он будет в вокальной команде, что еще он будет так шикарно петь.
О, это просто... Да, это было супер. Пока!